Аккуратно берегись. Больше слов любви. В своих домах, убежищах и машинах. Красное лето, в то время, когда мир готовится к худшему. Архиепископ к концу света. Конец света. Так, хватит. Эти помехи ужасны, Дэниел. Мальчики, какой прекрасный день. Почему бы вам не пойти погулять и дать нам побыть в покое? Слишком далеко не уходите. Играйте в поле. В город не ходите. И чтобы никаких драк. Возвращайтесь к обеду. Эй, где ты это взял? Что? Мой самолет, Джон. Ты никогда с ним не играешь. Папа подарил его мне. Ладно, забирай. На. Оставь себе. Только смотри, аккуратно с ним обращайся. Ты куда? В город, пошли. Но мама сказала, разве ты не хочешь посмотреть, что там происходит? Тут никого нет. Смотри, лошади. Их просто взяли и бросили? Может, отпустим их на волю? Нельзя. Ладно, пойдем обратно. Кажется, это мистер Уилсон. Пойдем с ним поговорим. Зачем? Не надо. Почему нет? Может быть, он что-то знает. Но он как-то странно выглядит.
Так мама назначила меня главным, и ты должен делать все, что я говорю. Давай, пошли. Здравствуйте, мистер Уилсон. Мы тут... Ну, просто мама хотела узнать, можно ли у вас одолжить немного сахара? Жди здесь. Это много. Разве он вам самим не нужен? Вам тут, наверное, одиноко, но здесь теперь немноголюдно. Мой папа недавно куда-то ушел. Он к вам случайно не заглядывал по пути? А я думаю, он отправился выполнять секретное задание. Он ведь раньше был военным. Так вот, мне кажется, что правительство призвало его в качестве тайного агента, иначе он мог бы попрощаться. Но дело не терпело отлагательств. Эй, где он? Что? Мой самолет, Джон. Где он? Он был у меня. Наверное, я где-то его забыл. Где он? Я его не вижу. Я точно не помню. Я тебя убью. Мистер Уилсон, это Дэниел. Мистер Уилсон. Нашел самолет. Стой, мне больно. Это все из-за тебя. Я ненавижу тебя. Лучше бы ты вообще не родился. Хорошо провели время. Сахар. Отлично, у нас как раз закончился.
Но сейчас же июль. Немного рановато, но мне показалось, что сейчас самое время. Счастливого Рождества! Почему бы тебе не нарядить елку? Какая гора самая мозговитая в мире? Я не знаю, какая же самая мозговитая гора в мире? Гора Клеверест. А вы, мальчики, что делали сегодня? Ничего. У меня есть еще один подарок для тебя. Ты знаешь, что это? Медаль. На самом деле, это медаль твоего дедушки. Его наградили за то, что он спас жизнь другого солдата. Эта медаль волшебная. Бабушка, не бывает никакого волшебства. Я не идиот. Не говори ерунды. Эта медаль полна волшебства. Она защитит тебя от чего угодно. Отличная вещь. Совершенно секретно. Она на самом деле дедушкина? Это самое дорогое, что у него было. Мама, я боюсь. Я чувствую, это приближается. Вдруг я приняла неверное решение. Даже если и так, разве было бы лучше, если бы мы провели свои последние часы в тесной машине без кондиционера? Я тоже это чувствую, дорогая. Скоро все закончится. Все хорошо. Я защищу тебя. The sky, a burning red. The leaves had turned to ashes. The clouds slowly parted, and I could not see flashes. You gave yourself to me at your own will. Your body betrayal. The day the earth stood still.